Ну что же, привет, дорогие друзья, продолжаем проходить второй StarCraft и, как всегда, беседа. Ты удивил Долгаримов, Иерарх. Мы ничего не знали о храбрости тамплиеров. Некоторых она даже впечатлила. Аларак, твои воины доблестно сражались. Для меня честь воевать вместе с ними. Их восхищает твоя твердость и безжалостность. Будут ли они следовать за мной и впредь, если сегодня мы одержим победу? Если я того пожелаю. Но сейчас не время грезить о будущем. Близится час моей мести. Мы окончательно разнесем Амуну следующий. Чувствуешь ли ты надежду, матриарх? Да. Если у нас все получится, мы сможем объединить наш народ. Мы мечтали об этом на Шакуросе. Мы сбережем традиции неразимов. Они не будут позабыты. Со временем они могут уйти в забвение. Я боялась, что мы утратим свое наследие. Теперь, когда мы начали сближаться с Толдаримами и Чистильщиками, я понимаю, что это неизбежно. Традиции должны меняться вместе с нами. Когда-нибудь мы оставим путь тени так же, как и вы оставили в прошлом Кхалу и кастовую систему. Такова цена единства. Я тоже пришла к этому выводу. Я вижу, что тебя гложет тяжесть утраты, Иерарх. Это так. Но меня прежде всего беспокоит сложность поставленной задачи. Убедить наш народ отсечь от себя самое святое. Ты смог убедить меня. Хотя для меня Кхалла была превыше всего. Ты знала об опасности, которую представляла эта связь. Ты прав. Хотя Амуну лишь несколько раз удавалось вселиться в меня. Но мне не забыть того, как он превращал мое тело в свою послушную марионетку. Не могу представить, сколько страданий он уже принес остальным Протосам. Они, должно быть, жаждут освобождения. Я думаю, жаждут. Никому это не нравится. С нами, Иерарх. Все готово, Иерарх. Ключ Зелнага готов к использованию? Да, но... Боюсь, его эффект не будет долгим. Ключ — наш единственный шанс. Остается надеяться, что у нас хватит времени, чтобы переубедить тамплиеров. Как бы ни развивались события, даже если нас ждет гибель, мы умрем тамплиерами. Я благодарен тебе за это, за твою веру в меня. Для меня было великой честью служить тебе, Иерарх. Судьба даровала мне шанс по-настоящему узнать тебя, Артанис. Ты стал для меня другом не только из-за воспоминаний. Мы многое пережили вместе. Наш путь еще не окончен, друг Феникс. Если сегодня мы одержим победу, то нам предстоит построить новую цивилизацию. И для этого мне потребуется твоя помощь. Я бы хотел в этом поучаствовать, но я больше не хочу называться Фениксом. Неужели? Я избрал себе собственное имя. Отныне я Таландар. Таландар. Стойкий сердцем. Тебе подходит это имя? Да будет так. И Феникс у нас теперь, можно сказать, приобрел свое настоящее имя. Его будет неоценимо в завоеваниях и построении нового протосовского мира и счастья. Ладно, ну а мы пойдем на миссию. Ключ готов, Иерарх. Мы ждем твоих указаний. Каракс,
выйди на связь с нашим флотом. Я обращусь ко всем тамплиерам. Ну что ж, начнем задание и послушаем речь. Собратья, услышьте меня. У нас мало времени. Вы и те, кто сейчас томится в рабстве Амуна на поверхности Аюра. Все, что осталось от нашей расы, нашей цивилизации. В былые времена мы были стражами мира в галактике. Но гордыня и распри одолели нас, не дав исполнить наш священный долг. Кхала, призванная нас объединить, только усилила нашу рознь. Надежда оказалась ложной. И сегодня мы должны отказаться от этой лжи. Оставить наши предубеждения и самонадеянность в прошлом. Теперь мы сражаемся, зная, что наш народ не обречен. Что протосы могут стать единым народом и смогут основать новую, великую цивилизацию. Доверьтесь друг другу в грядущей битве. Сражайтесь вместе. Победим мы в этой битве или проиграем, она оставит след в памяти Вселенной. А где куча восторженных криков? Признака того, что все-таки Артани замотивировал их, поднял им боевой дух. Ну, как-то пафосно и все получилось. Много пафоса и больше ничего. Ключ на месте. Ладно. Для полной зарядки ему понадобится время. Неразима готова, Артанис. Мы будем удерживать северный подход к храму. Мы с чистильщиками будем охранять южный проход. А я займу базу на передовой. Амун познает мою ярость из первых рук. Мои войска будут охранять ключ и обеспечивать вас подкреплением по мере возможности. Иерарх, пока нам угрожают только зерги. Но что если в дело вступит Золотая Армада? Отключение Пси-матрицы лишь задержало их возвращение. Можешь не сомневаться, Амун обрушит на нас всю мощь Великого Флота. Но мы Делаамы, и наши сплоченные ряды не дрогнут. Энтаро Адун! Энтаро Тассада! Энтаро Зератул! Так, и сколько времени нам надо будет оборонять ключ? Артанис, твои вершители не смогут в одиночку удерживать подходы к храму. Будь готов отправиться к ним на помощь в любую минуту. Да без проблем. Мы еще там возведем... много охранных пушек. Да, долго будет заряжаться ключ. Так, и надо бы сразу поставить, я думаю, второй Нексус. Ресурсы нам здесь, ох, как понадобятся. Давай 400. Есть. Враг приближается. Неразимый. Обнажите клинки искривления. Ни шагу назад. Так, а мы тебе поможем.
5% ключа заряжено, отлично. Очень разумно. Будь под. Так, пока везде все хорошо. Итак, Амун решил обложить нас со всех сторон. Покажись, темный, и встреться лицом к лицу с Саланаком, владыкой Талдаримов. Ну, посмотрим, что ты ему сможешь противостоять. Жалко, нам это не покажут. Выдержишь ли ты нападение в этой миссии? Так, обязательно наставим здесь пилонов. Приближаются к южному входу. Амун ищет уязвимые места в нашей обороне. Покажите ему, что их нет. Не хватает генералов. Так, надо увеличивать выработку. Так, чистильщики пока справляются. Ключ только 12% заряд. Даже не 50. Нам еще ждать и ждать. Я. Так, а новая волна пошла. С северо-запада. На темных тамплиеров у нас. Скажу вам, большая кучка там. Ворозум пока справился, это хорошо. Я вроде думаю справляюсь с подготовкой. Самые мощные корабли армады, чтобы разрушить ключ. С болью в сердце я вынужден приказать уничтожить их. А мы их еще на подлете собьем. Так, вроде думаю, получится. Ну все, теперь точно справимся. И наземные войска тоже подсоединились. Так, темные тамплиеры нам пригодятся в случае чего. Ты утверждаешь, что хочешь спасти свой народ. Но на деле ты просто убийца. Тебя ждет лишь забвение. Всех ждет забвение. Поставим еще один космопорт и много-много дронов. На них у нас тоже кристаллов не хватило.
Так, я думаю, наверное, поставим пару пушек оборонительных. Артанис, золотая армада атакует копье Адуна. Я буду помогать твоим войскам по мере сил, но корабль получает серьезный урон. Твой корабль. Ты так надеешься на него. И все напрасно. Да нет, он нам много раз помог. То что зря ты на него так? Амун посылает свои легионы к центральному проходу. Талдари, вам нужна помощь. Да мы вроде бы тут подготовились. Можем войска еще подвести. Так, и половину нападающей армии мы уже вынесли. Да нет, там неплохая такая тучка красных точек на мини-карту подходит. Но мы справились. Так, с какой стороны будет следующее нападение, интересно? Еще один флот направляется к ключу. Отразите атаку. Так, эту атаку мы уничтожили. Мои навыки пригодятся тебе. База союзников подверглась нападению. Каракс, интересно, у нас там справляется? База союзников подверглась нападению. Да, вроде бы справились. Надо бы им там помочь. Я здесь, среди теней. Сволочно. Ну ладно, здесь особо пилоны-то не нужны. Но я надеюсь, с этим не ограничится, и нам все-таки орбитальную бомбардировку тоже собьют. Скоро. Ключ только на 35%. Не будем там ничего строить. Давайте поднажмем на производство ресурсов. И уже теперь поставим. Чего и следовало ожидать. Воины, скоро на нас обрушится еще одно
Крепитесь, и мы уничтожим их всех. И они опять через центр туда? Так-то, я думаю, будет лучше. Так, оборона справляется пока. А нам надо ее здесь возвести. Так, а мы успели пушки возвести, отлично. Да, неплохая армия здесь тоже собралась. Есть, но мы с ней разобрались. Надо еще сюда будет фотонки повесить. Они хоть не такие мощные, но все-таки поскорострельнее будут. Так, и здесь вроде бы тоже все справляются пока. Хотя одну фотонку уже уничтожили, как я смотрю. И 45% ключ. Как же долго-то. Две фотонки уничтожили даже. Место спасения. Вас ждет пламя. Всепоглощающее и освободительное. Так, а давайте тут тоже пушки возведем. Так, ребят, вы только продержитесь здесь, пока не построятся пушки, и будет намного легче. Я просто гигантскими армиями нападают. Бедный зонт, забившийся в угол. Черт, у нас орбитальную бомбардировку сбили. Штурмовой блок поврежден. Солнечное копье больше не работает. Энергетическая матрица ключа наполовину заряжена. Держитесь, воины! Я счастлив. Я буду еще более счастлив, если она сейчас же зарядится на 100%. Вроде бы пока справляются, это хорошо. Чистильщики на юго-востоке тоже хорошо справляются. Дрон-то хорошо поработал, ты молодец.
настроим портов сюда и... Заводов по производству роботов. Курс на ключ. Готовься к нападению. Да мы всегда готовы к нападению. Не хватает минералов. Так, и нам опять не хватает минералов. Зачистим же их. База атакована. Так, 60% почти. 58, 59, 59. Ух, и моя армия растет. Если что, всегда сможем помочь. База атакована. Ух, авианосцы. Опять еще один материнский корабль. Откуда вы только все беретесь? Еще один материнский корабль. Что такое? Я думаю, пока они там заморожены, мы не успеем к ним подойти. Ну ладно. Я воссоздам эту вселенную такой, какой она должна была быть изначально. Совершенной. И совершенными существами, конечно же, будут гибриды, как я понимаю. Замечательно, я одну мою пушку снесли. База атакована. Так, там вроде бы справляются. Мы едины с тенью. У нас готовы бессмертные. Заманчиво. И надо бы сюда обратно ткнуть одну пушку. Так, а сюда нам надо пилон. Тогда мы и с этой стороны сможем барона возвести. Дождем, пока достроится. Пробоина в корпусе. Система защиты вышла из строя. Мы больше не можем усиливать ваши щиты. Печально, я вам скажу. Когда последний модуль снесут? Я здесь, среди теней. И здесь одну фотонку сбили. Мы, ладно, пока справляемся. Войска у нас есть также. Если что, сможем отбиться. Так, не туда зашел. Враги окружили нас со всех сторон. Отбросьте их от всех трех проходов, братья. Тебе легко сказать, Артанис.
Да, большими пачками начали нападать. Сразу с трех сторон. И наш зомби что уничтожили? Вообще кощунство. Снесли наши все фотонки. Две осталось. Здесь мы с врагами разобрались. Надо здесь завершить возведение укреплений. И восстановить укрепление здесь. Блин, ну так неинтересно. Золотая армада. Сияющий символ высокомерия. Вас погубит ваша же гордыня. Ну, мне кажется, Амон, твоя гордыня тебя уже и погубила. Тело тоже свое потерял, сколько мы твоих планов разрушили. Но при этом ты... не меняешь свою тактику? Никак. Так, мои войска, уничтожьте эту гадость. Эх, не успели. Подойти, пока не заморожены были. Все, с этим нападением мы расправились. Почти. Чуть-чуть осталось. Так, идите в центр, на всякий случай. База атакована. У меня уже складывается такое впечатление, что эти 20% подзарядки ключа, которые остались, я не выживу тупо. Потому как нас разносят налево и направо. По центру уже всю защиту снесли к чертовой матери. Так, центральную атаку мы отбили. Ты вызывал меня. С большими потерями. Так, еще пару космопортов поставим. И опять здесь нападают. Позиции. А как похвалялись. Ладно, попробуем восстановить здесь оборону из пушек.
Так, здесь пока справляются. У Оги! Их корабли рвут копье Атуна на части. Солнечное ядро в критическом состоянии. Мы больше не сможем помочь тебе, Иерарх. Ты и так помогла нам, Рахана. Ключ почти полностью заряжен. Продержись сколько можешь. 10% еще. Давайте, мужики. Мы сможем это сделать. Должны. Воля теней. 92%. Еще немного. Давайте. Так, и у нас еще авианосцы подготовились. База атакована. Ключ скоро накопит максимальное количество энергии. Победа близка. Не теряйте веры, братья. Да, мы ее уже почти потеряли. Осталось всего 4 с чем-то процента. 4 с чем-то процента. Так, центральный вход справляется пока. База атакована. Потомки все равно уже раздербанили. Две штуки. База атакована. База атакована. Так, 2% осталось. 2%, мы пока держимся, это замечательно. Один процент. Ключ заряжен. Ну же. Есть. Энергетическая матрица заряжена. Ключ готов к использованию, Иерарх. Воины, отступайте к ключу. Пусть они приходят. Освободитесь от Амуна! Отсеките нейронные узы! Нет. Мы едины с Кхалой. Кем мы станем без Кхалы? Что нас ждет? Свобода.
Поверь. Все. Изгнали темного обратно в пустоту. Мы обрели свободу. Все благодаря тебе. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы соберем выживших. Отстроим города. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди звезд. Это еще не конец. Впереди у нас уничтожение самого Амуна.